сейчас во многих играх создают. Это такая тупость, блядь. Ты уничтожил их, они заспавнились за секунду, блядь. Ты только вышел, они уже за 5 заспавнились. Это пиздец. Ну это как интересно. Как интересно, как весело играть. Это просто бан этой игре нахрен. Бан разработчикам. Репорт им просто кидайте. Петицию, блядь, нахуй пишите на них. Чтобы закрыли их в жопу, блядь. И они там больше не создавали эти игры. Все, я удалю нахуй. Я не хочу не играть. Все, на этом все, ребят. Так. Сейчас поглядим. С вами Лепас, и мы продолжаем играть в Феодалия Лоу. Вот я, короче, нашел ключик, я его вставил. И мы сейчас идем, у нас открылась дверцка. Надо еще один ключ найти. Так, воздушный десант. Так, все очень плохо. Так, все хорошо. Сейчас он. Ждем, сейчас отойдет. Так, мы взяли что-то. Да ты охренел, как ты попал по мне? Воу, тихо. А, с одного удара валится. Нормально. Ноги из мятого железа. Хорошо, давай оденем. На нахуй. Что там свистит еще, но ладно. Сука, ну как так? Берем все сразу. Хорошо. Так, а зачем это? А, окей. Ладно, там закрыто получается. Так, а тут? Хорошо, окей. Нас заставляют туда-сюда бегать. Ладно, ничего страшного, побегаем. Игра прикольная. А, это бомбы. Да? Подлечиться, кстати. Как там масло? Б. Нет. Д. Не, как там масло. Ах ты ж падла ты такой, а? На нахуй. Куда иди? Вот это твою мать! Да почему ты встал, не можешь прыгнуть? Смотри. Вот тут прыгает, надо же, как-то интересно. Что ты масло не можешь юзнуть? Алло. Мне хп надо. Б. А Б, блин, юзаю Б. Ничего не работает. А, нет, Т. Так ты тоже не работает. У меня, походу, нет масла. Твою налево. Еле вы. Стой! Вообще охренел. Катилась куда-то. Да.
Но тут легко, хорошо. Давай, давай, подходи, подходи. О, заметил. Хорошо. Замечательно, главное не убиться. Простые стальные ноги, скорость охлаждения, перегрев, скорость захлаждения, запас масла. Нет, все-таки перегрев будет лучше. Кстати, а что я не могу добавить масло? Ничего не понял. А, это маленькая, это средняя граната, понятно. Все, теперь понял. Так, а что я тут хотел? Я же тут ничего не нашел. Что за херня? Валим там назад. Ага, мы открыли здесь. Сохраниться надо. Сохраниться бы мне. Ого. Да блин, нет, сука, да блядь, ааа! Ты что, гонишь? А, мне все сохранилось. Думал, все, писец. Сохранение так и странное, а? Масло, масло, масло. Продай мне масло, богатырь. Бомба молота, молота, ни хрена себе, молотого, молотого. Масленка. Еще. Еще. Так, голова из мятого железа. Нет. Мне это все не надо, это херня, я все это найду. Главное мне вот это такое вот. Стандартные инструменты. Так, как выйти? А. Все шикарно. А зачем я сюда прыгнул? Мне налево. Направо, направо. И опять получается бежать. Ну, по сути, я там выполнил кучу всего. То не придется заново, думаю. Да? И твоем налево. Да как-то в смысле сразу по две? Да блять, успокойся, алё, блять! Чё за херня? Ты восстановился? А, вот. Как так-то вообще наглели? Так, тихо. Охренеть, появляйтесь, 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 появляйтесь. Вы еще совсем там на натуре. Охренеть, стой. Ладно. Да блять, пойдет налево, ну как так-то? Все, масло, ну, класс. Мамля, секира отдыхает.
сюда пришел? А, вот что. Да пошли вы нахер. Так, хорошо. А мне это же надо, наверх не надо было. Или надо было? Ой, я тут открыл уже. Ты понял? Я уже открыл там. Понял. А как мне пройти, алло? Чё, вы совсем охренели? О, видал? А как еще выше? А как выше, алло? Я, кстати, так и не понял, как уничтожить эту тварь. В итоге я просто прилетел. О, хорош. Запас масла. Железо. Во, мне туда надо, но как? А как выше? А стой, а если так? Подожди, а что ты молотов бросаешь, что ли? Да, молотов, слышь, трачу. Там не работает. Ну так двойной прыжок. Не надо было зажимать. А я зажал, получается, и двойной прыжок проебал. Стой. Во. Вообще легко. А я думаю, еще второй прыжок не работает. Работает еще, Михалыч. Вот он еще. Хера себе, конечно, тут. Только начало, здесь я не могу пройти. Что это за насвиток? Фрагмент старой карты с пятнами плесени. Нажмите, чтобы добавить его к карте. К карте? А я карту использую? Нет. Нахера мне карта. Настоящие герои идут в обход. Я карту вообще не использую. Мне она нахуй не надо. Так, подожди, давай сюда пойдем. Не работает. Не работает. О, это, блядь, ты кто еще? Алло. Чекуй. Иди нахрен, слышишь? Что за стрекоза, блядь? Как ты, тварь? Ну как это сделал? Блять, пиздец. Опять. Где я, блядь? Да как ты достал, слышь, так быстро? Ну нормально вообще? На, бля, ушел, ебать. Баклан. Иди
нахрен. Пока вниз не буду спускаться, ну нахрен. О, собираем. Годится. Слушай, ему похуй, да? Охренеть. Я, блин, хотел вниз съебаться, но не получилось. Что за херня? Нахер пошли, нахер. Хочу с вами драться. Вы меня недостойны. А, бля, это кто еще? В смысле? Как их уничтожать-то? Почему? Вот здесь. А, все попадало вниз. О, медальон. Второй, между прочим. Да, хорош. Скажи мне, пожалуйста! Ну нахрен, блядь! Сука! Кажется, нам сюда, да? Да, сюда. Давай, иди сюда. Ну как ты так... Твою мать, еще и овца это. Наконец, спасибо, Господи. Спасибо, Иисус. Ну почему ты тут явилась? Как же меня раздражает эта оса, как просто ты идешь потихоньку, пытаешься. Но нет, сука, дрянь, да, она просто появляется из... Сука, ниоткуда, блядь, опять! Упала на него. Надо быстро спрыгать, что это там? Сейчас где-то это должна оса быть. Вот здесь должна оса быть. Давай. Давай, блин, где оса-то, ёпта.
дурак. Нет! Ну почему ты упал? Сука, откуда ты взялась, тварь? Наконец-то! Бабло! Все? Из-за этого я отпыхтел? Все в колючках, тут какого-то хера. Воу-воу-воу-воу-воу! Тихо-тихо! Что за херня? А, это ТП-шиться можно! Нихера себе! Охренеть. Так, зачем я это сделал? Ну, это почти не... Ну, давай. А, мне надо все найти. Чёрт твою налево. А куда? Где мне их найти? Понял. Ну я здесь был и чё? Я сюда пришел и чё? Так сохранится. Это вниз. Вот я аутист. Замки. Так, и что здесь интересного, а? Скажи мне. Паскуда. Да, блядь, убей ты его, ты что ты, блядь, пьешь? Алкаш хрена. Уже удар не мог сделать. Зря туда спустился. А ну, сынок. И чё, это всё? Это всё, что тут есть? За этим я просто сюда лез? Нахер мне с ним драться? Хрена у него хп, слишком хрена. А, спасибо, молодцы, они встали и стоят. Буду дрочить тебе. Лестница. А, да я сейчас их перевалюсь. Панель перевалил. Веревкой езжать.
Игра второго так уровень круто, вы можете выбрать одну из способных уровней навык. Чё, блядь? Блядь, я не то сделал. Второй уровень, да я уже играю тут вечность. Второй уровень, мне говорит, слышишь? Просто бросать различные виды бомб. И чё? Ну. Так, что у нас тут? Низ добавляет мощности вашим поршням. Меньший нагрев от атак в ближнем бою. Руки становятся еще сильнее. Еще меньше нагрев от атак ближнего боя. Так, а как мне идти? Надо по древу, да? То есть я не могу взять, например, вот это. Да, я не могу взять. Надо мне по древу идти. Ебать, это только начало, охренеть. Немного улучшает систему охлаждения. Так, увеличивает броню, враги будут наносить меньше урон. Давай. Это я ебал. Второй уровень, блядь, покажи. Второй уровень, да вы чё? В натуре? Блядь, в натуре издеваешься? Да, сука, ну... мне, сука, назвать надо было, куда ты ушел? Теперь он опять появится, тупая овца, блядь. Тут все появились. Появится здесь снова. Понял. Ты еще вернулся? А нахрена я сошел? Я че, олень? Получается, я пришел в никуда? Замечательно. Быстрее уже. Охренеть. Да вниз, вниз ты, блин. Заебала эта игра. Прохождение. Сука, пидорас ты! Я заебался, отвечаю. А ты как это скучно. В смысле, я же был здесь. Я что, повторно бегу? Не, ну нахрен. С такой... Я не хочу. Спасибо. Мне понравилось вначале, но теперь это просто заебон, отвечаю. Они постоянно спавнятся, мне это бесит. Вот если бы мне нормально сделать, просто нормально, вот. Чисто вот хорошо просто. Ты уничтожил этих мутантов, этих рыб, я не знаю, как их даже назвать, этих тупых боеголовок. В общем, уничтожил на локации, все, не появляются.
не появляется. Нахрена опять спавнить? Это просто горит и долгое прохождение. Постоянно хрена. Да, то где, блин, веселье? Это, думаете, весело? Это ни хрена, это не весело. Это, блядь, тупо. Это очень тупо. Это как... Сейчас во многих играх создают. Это такая тупость, блядь. Ты уничтожил их, они заспавнились за секунду, блядь. Ты только вышел, они уже за пять заспавнились. Это пиздец. Ну это как интересно. Как интересно, как весело играть. Это просто бан этой игре нахрен. Бан разработчикам. Репорт им просто кидайте. Петицию, блядь, нахуй пишите на них. Чтоб закрыли их в жопу, блядь. И они там больше не создавали эти игры. Все, я удалю нахуй. Я не хочу играть. Все, на этом все, ребят. Все, спасибо.